Более 100 метров дорожного полотна изрыты ямами. Местами объехать их просто невозможно, ведь они занимают всю проезжую часть. На состояние дороги пожаловали жители улицы Березовой. По их словам, капитальный ремонт здесь давно не делали, а от ямочного толку нет. Одну большую яму, которая проваливается там на повороте, щебенка так, ну, на два дня хватает, опять он туда вниз уходит. Ямочные они так делают периодически. Ну а что, это не все, что они делают, она тут же прямо после первого дождя все вылетает. Из-за плохой дороги страдает подвеска автомобиля и пассажиры общественного транспорта. Ведь здесь конечная 71-го и 70-го маршрутов. Водители вынуждены преодолевать ямы ежедневно. Ужасные. 16 раз в день проезжаешь по ним, тут уже есть подвеска. Тут у людей, наверное, на маленьких машинах проезжают, колеса то и дело взрываются здесь вот на этой яме, конечно, в многих случаях. То есть, а кто не знает, что не объезжает. Какие могут быть ощущения, если нет дороги? Ну какие могут быть ощущения? В ведре едешь и гремишь, скачешь, прыгаешь. Многие ямы более полуметра в длину, а глубину скрывает вода. Причем перепад высот достаточно резкий. Проехать их с первого раза получается только у опытных водителей. Мы же в Рязани живем, поэтому нужно просто к этому привыкнуть и все. Стоит отметить, что о своей проблеме водители говорили не раз. Однако дорогу так и не включили в план ремонта. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».